Пересматривая тему форумов для молодых мамочек, я обнаружила, что одна из самых популярных тем – это детская аллергия на молоко, яйца, фрукты. Вообще ученые обнаружили более 300 тысяч веществ, которые потенциально могут являться аллергенами. С вами Алена Котова, это рубрика «Здоровые дети», и сегодня мы поговорим об аллергии. Я знаю, что самым знаменитым персонажем истории, страдающим полиносом, был Наполеон Бонапарт. Нельзя облизывать марки людям, страдающим аллергией на рыбу, потому что клей для марок делают из костей рыбы. Я знаю, что кошки менее аллергичны, чем коты. И чем моложе кошки, тем они менее аллергичны. Я знаю, что в раннем детстве у мальчиков аллергия встречается в 3 раза чаще, чем у девочек. Как уберечь малыша от аллергии? Здоровое питание, одежда из натуральных материалов, прохладная и влажная атмосфера дома и правильные игрушки. Всем детям и не только аллергикам я бы посоветовала игрушки с натуральных материалов. Наибольшим способом пользуются продукция из натуральных маленьких кирпичиков. Маленькие кирпичики состоят из натуральной обожженной глины. Туда в этот набор входит строительная смесь, которая состоит из мелкого речного просеянного песка и крахмала, и плюс настоящий деревянный мастерок. А можно использовать этот конструктор многократно. Помещаете уже готовый домик под воду на полчаса, и кирпичики готовы снова к использованию. Таиландские ученые утверждают, что аллергические проявления у человека зависят от количества потребляемых кисломолочных продуктов. Так, например, одна кружка кефира в день может стать отличным профилактическим средством аллергических заболеваний. С вами была Алена Котова. Увидимся в следующую пятницу.